Привет, друзья, подписчики и зрители канала. Сегодня мы играем в игрушечку The Witness. Так, что это за игра? Это у нас головоломка. Это у нас первое очень сложное испытание. Что же тут надо сделать? Нам показывают подсказку. Выделить мышкой. Выделить здесь. И провести сюда. Всем сим, откройся. Замечательная графика, смотри, какая все прорисовано, как я люблю. Так, дальше. Это вообще сложное испытание. Тут больше вариантов для движений. Так, ладно, давайте попробуем. Может быть, сюда? Неправильно. Может быть, здесь вообще не ставится, что же делать-то, блин. Ну, давайте попробуем, как в старом варианте. Проведем. Открыли. Замечательно. О, мой мозг уже вскипел. Так. Я даже боюсь выходить. Что это у нас? Цветочки. Покажите мне цветочки. Они даже пахнут, ребята. Так. Так, игра в Стиме стоит 700 рублей. Ну, 699. Так, это что? Тоже головоломка. Ну, графика такая, я скажу вам, очень приятная. Хотя вот видно, что тут с полигонами-то у них немножко слабовато. Но все равно красиво. Боже мой. Провода, кабели, головоломки. Так, из точки А в точку Б по кратчайшему пути проложим мы. Так, давайте. Не сюда, сюда, сюда. Давай. Так. Кабель загорелся. И чё? Еще надо идти куда-то, да? Так, еще сложнее. Тут много окончаний. Но одно закругление, если вы видите сверху. И нам надо пройти туда. Давайте. Так. Кабель загорелся дальше, и нам надо туда. Так, мы могли вообще пройти вот здесь. Зачем мы обходили? Так. Окей. Это, боже мой, это... Нам надо в верхний левый угол. Ну, уже, в принципе, вижу. Играю я первый раз, если не верите, ну, ваши проблемы. Но пока достаточно все легко. Такс, окей. Такс, что у нас здесь? Так, лазерная решетка, обалден. Значит, у нас мы начинаем сверху, закончить нужно снизу. Нужно, наверное, тут догадаться, как нам пройти. Давайте попробуем. Давайте пойдем сюда. Уперлись. Уперлись. Что ж такое-то? Надо эти штуки открыть. То есть мы теми кабелями открыли верхнюю часть. Понятно. Значит, нужно искать новые головоломки. Так. Через забор идти? Не понял. Давайте посмотрим здесь. Здесь есть еще какой-то вариант. Немножко другой. Так, по левой стороне нам не пройти. По правой стороне... Нам не пройти. Так. Перепрыгивать, скорее всего, нельзя. Да, это сложная игра. Так. Ну, давайте пробовать, давайте пробовать. Нам уже подсказок не дается. Если мы пойдем сюда... Сюда. Так. Ну и что дальше?
Здесь нам не пройти, здесь нам не пройти. Тут нам не пройти, здесь нам не пройти. Смотрите, как все сложно. Я не вижу единой картинки. Так, слева не пойдем. Мы можем пойти сюда. Сюда, 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 сюда и сюда. Так, я горжусь собой, ребята. Так, мы открыли еще одну, и нам последнюю надо открыть. Кабель шел туда. А как же туда залезть-то? Так, кабель шел сюда, здесь. Так, я нашел, тут кто-то у нас какой-то шейх, наверное, спит. Ну, похоже на арабскую такую сказочку. Так, теперь у нас два выхода и один вход. Нашел. Давай. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Открыли. А нижний почему не открыт? Нижний-то почему не открыт? Кабель должен открыться, а еще нижний. Смотрите, он темный. Так, если нам идти заду наперед. Но, в принципе, то же самое. Кабель-то уже горит. Так, 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 так. Так, так, так. Второй зажгли, а первый погасили. Так. Ну, да как делать-то? Ну, давайте посмотрим, что. По идее, мы полностью разблокировали эту дверь, но меня волнует тот кабель. Так, ну тут, в принципе, все сложно, я хотел сказать, все легко. Эту дверь мы сейчас откроем, по-моему, без проблем. Но как бы нам не пришлось, ребята, идти назад. Какой лес, а? Я хочу здесь погулять. Еще бы какие-нибудь кротики бегали, белочки. Так. Ну, приятная графика. Так, что у нас здесь? Ебать колотить. Лагуна. Так, а что у нас здесь за дверь? Это что-то другое. Подскажите мне, пожалуйста, что же тут надо сделать? А, скорее всего, нам нужно идти. Я не знаю. Подсказки нет? Подсказки нет. Ну, давайте вот так. Не понял. А, верхний... Ну, давайте попробуем. Так. Какого хера, я не понял. Или здесь на время. Или чё? Здесь. Я подсказки вообще не вижу, ребята. Что означают белые точки? Что означают черные? Непонятно. Что вот это? Что вот это? Может, это какие-то ямки? Смотрите. Вариантов вообще. Ну... То почему здесь два, здесь два? Два выхода и много входов. Но нам надо обойти. Так, если нам так. Я не понимаю. Так,
Никакой подсказки нету. Дверь закрыта. Ваши идеи пишите в комментарии. Так, что-то у нас здесь снова какое-то типа стрельбище, что ли. Вот смотрите, белая и черная точка. Почему красная? Почему красная? Возможно, это подсказка, ребята. Если мы пройдем между ними, между белой и черной, между белой и черной нам надо пройти. Так, правильно, я правильно мыслю, между белой и черной. Я пиздец, я горжусь собой. Так, между белой и черной. Если мы там пройдем между, так, здесь так, здесь так, здесь так. И получается, что мы проходим. Попробуем варианты. Черная. А это сделать уже сложно. Если мы пройдем так, то мы тут проходим сквозь две черных. Две черных. Так. Так. Интересно. Три белых. Попробуем так. Открыли, но я не понял. Я не понял юмора, ребят. Ну а почему нам не пройти так? Три белых. Если нам так. Ну хорошо, давайте попробуем вот так. Открыли, но я не понял. Так, что у нас здесь? Варианты ответа. Ну, пойдем мы так. Если мы пойдем кверху, вряд ли мы пройдем. Знаете, даже вот времени обращать на красоту игры нету, когда большую часть времени мы проводим. Это что-то типа пятнашек, который я ни разу не играл. Так. Ну, по-любому ведь, ребята, вот здесь вот нужно так. Так. Но нам нужны белые. Четыре черных. Что с ним надо делать? Так. Если так, 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 так. Опять что-то у нас мигает. Видать, мы их не прошли. Это сложная игра. Так. Я не понял. Я не понял юмора. Если мы пойдем сюда. Если мы пойдем сюда, сюда, сюда. Смотрите, у нас большая половина мигает. Подсказок нету. Но я не уверен, что сейчас у меня получится. Хотя бы правило, ну, в принципе, правило. Правило, ну, здесь мы вот как бы прошли здесь. Здесь мы прошли здесь. Типа, рисуем границу между черными и белыми. Так, ну, поставил я здесь. И, но я понял, что нам сюда. Причем границу-то не нарисовать. Давайте так. Нет, вот так, вот так вот. Если мы пойдем и пойдем так. То есть, в принципе, одна мигающая.
Давайте попробуем еще. Я, по-моему, понял. Так, 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 так. Так, 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 так. Две мигающие. А была одна мигающая. Так, 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 так. Так, 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 так. Но одна мигающая. Если мы проходим мимо, то у нас две мигающие варианты. Давайте попробуем вот так вот. Есть, открыли, но я не понял. Такс. Ну, идем вот так. Идем вот так. Идем вот так. Идем вот так. Попробуем. Одна мигающая. В принципе, мы почти все сделали правильно. То есть мы можем повторить. Мы можем повторить. Так. Так. Ага. Окей. Окей, 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 окей. Окей. Давайте вот так вот. Так, вот так, вот так, вот. Если мы пойдем так вот, то... Так, вот так, вот так. Открыли, но я не понял. Такс. Ну, у нас вот это будет мигать. Вот сейчас по-любому будет она мигать. Потому что мы ее не задействовали. Потому что мы ее не задействовали. А если нам пойти... Вот так, так мы уже не сможем пройти. То есть по-любому получается. Так вот. У меня сейчас мозг взорвется. Ну давайте попробуем вот так вот. Мы уперлись. Мы уперлись. То есть нам по-любому вот этот проход занимать нельзя. По-любому. Если мы пойдем так, я думаю, что будут у нас... Можно попробовать. Мигать две. Мигать у нас будут две. Если мы пойдем так, у нас будут мигать. Снова. Да охренище мигать будет. А, не знаю я. Такс. Возможен вариант, что мы... Пойдем сюда. Пойдем сюда. Здесь мы пройдем. А здесь мы пройдем так. Если мы пойдем так. Так, так. Нас тоже до хрена мигает. О, как сложно. Вот это как бы изюминка игры, но она... Все портит. Может быть, здесь показывается IQ человека, который играет. То есть он видит картинку, как вот я видел на первых, допустим, головоломках. Ой, да. Нет, нам не сюда. Нам не сюда. Давай, пойдем сюда. Мы, по-моему, тут уже шли. Мы пойдем вот так вот. У нас мигает 4. Почему мигают эти? Возможно, для каких-то национальностей, у которых есть вот такая игра, она и будет простой, потому что они знают правила игры. Я пока что только могу догадываться, что нужны границы видеть. Это какого хера тут делать, я не знаю. Здесь мы тоже пройти не можем. Так, ну если мы пойдем вот так вот. Если мы пойдем вот... Давайте попробуем. Но я думаю, что мы... Две мигают. Почему они мигают?
Почему они мигают? Может, надо в другую сторону здесь обойти, вот так вот. Так, так. Так. Ну так не должно быть. Давайте так. Так. Открыл! Но я не понял. Так, окей. Там я что-то тоже видел. Прыгать мы не можем. Давайте посмотрим здесь. Что у нас здесь? У нас здесь какие-то две точки. Но я понимаю, что нам надо отсюда попасть в верхний левый угол. Что мы можем... Вот две красные точки. Если так, одна красная точка. Так, то есть нам надо собрать, получается, все черные точки. Убейте меня. Правила игры понятно. Собрать все черные точки. Пойдем так. Так вот. Сюда мы не можем. Так, пойдем вот так вот. Так вот. Так мы тоже не можем. Мы перекрываем проход сюда. То есть так вот. Открыл. Два входа. Почему два? Выбирать любой. Я не вижу картинки, ребята. Почему два входа? Так, ну я думаю попробовать отсюда. Уперлись, смотрите. Две красные точки не задействованы. Окей. Так, тоже нет. Все-таки мне кажется, вот это вот. Давайте вот так вот. Так, ну вот смотрите, мы опять себя перекрыли. То есть опять одна точка не задействована. Так тоже не можем. Так, ух. Так, мы тоже не пройдем, ребята. Мы перекрыли себе дорогу. Если мы пойдем вот так вот. То есть, ну, нам тоже надо черную точку брать. И эту надо брать. И эту, но у нас одна точка не задействована. То есть пойти вниз. Мы уже себе дорогу, можно сказать, перерезали. Пойти вверх. Точку надо взять, вот эту точку надо взять. Вот почему-то у меня такое чувство, что нам нужно вот именно эту точку сначала. Если мы пойдем вот так вот, 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 все, доперло. Наверное, это последнее соревнование.
последняя головоломка. Мы просто походим и посмотрим карту. Если, конечно, там не будет двери. Три точки входа и одна выхода. Выбираем. Меня убивает эта игра. Сюда мы не можем. Вообще, по-моему, не в ту сторону пошли. Так. 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 Это не эта точка. Так. Так. Ну тоже не то. Тоже не та точка. Тоже не та точка. Я даже не знаю, ребята. Я не могу. У меня мозг взорвает. Давайте просто погуляем и посмотрим, что здесь вообще есть. Вроде бы, да, полигончики такие, хотя нет, там что-то есть. Травка, камушки. Чем-то напоминает графику Scrap Mechanic, возможно, тот же движок. Бля. Цветет сакура. И чем-то напоминает еще одну игру, я уже забыл какую. Ты откроешься? Нет. Нет, ты не откроешься. Если мы прыгнем в воду, там вроде бы не глубоко. Так, давайте погуляем. Ну, красиво, красиво. Можно было бы сделать, я не знаю, какую-нибудь выживалочку. Смотрите. Мы можем туда прыгнуть, в принципе. Очень сочная, яркая графика. Тут какая-то мечеть, какие-то рисунки. Возможно, тоже что-то означает. Тут у нас дорога. Там головоломки. Я даже суваться туда не хочу. Тут какие-то экраны, один включен. Что он означает? Не знаю, что он означает. Но что-то означает. Так. Окей. Экран там такой же, полностью такой же. Если нам спрыгнуть вниз, мы не можем прыгнуть вниз. Окей. Давайте исследовать территорию. А вы пока пишите ваши предположения по прохождению те головоломок, которые я просто не осилил. Так, что у нас здесь? Еще бы, наверное, интереснее было поиграть с компанией в эту игру. Компанией друзей. Так, судя по тени... Нет, мужик. Мне показалось, что это баба. Так, мы можем спуститься вниз. Но я боюсь. Дверь закрыта! Ну, здесь можно поссать, в принципе. Так, что у нас здесь? Какой-то коряги, какой-то завод. Там опять головоломки, экраны, вон, вижу, да. Не знаю. Оценивайте эту игру. В качестве графики мне очень приятна графика. Очень красиво, даже чересчур, наверное, вот это вот все яркое. Чуть-чуть тут можно было поскромнее. Ну хотя чем, тут тоже у нас закрыто, смотрите. То есть нужно включить два кабеля, чтобы открыть полный экран. Там водопадик. Прыгать мы не можем. Так. Здесь даже мы спуститься по камням не можем. Походняк, смотрите, какой прикольный.
спортивная ходьба. Так, а это что за черный член? Это... Он гудит. Он гудит. Так, а тут мы были, ребята. Здесь мы были. А вот там мы не были. Не знаю, выживалочка получилась бы шикарная с такой графикой. Чем-то напоминает футбол. Да. А тут опять головоломка. Два входа и два выхода. Может, попробуем? Два входа и два выхода. Открыли! А это что за... Вазочки Икея. Что нужно делать? Я не знаю. Так. Что же это значит? Не врубаюсь. Но, по-моему, с ними тоже нужно взаимодействовать. Здесь лежит холодное оружие. Здесь какая-то, я не знаю, что за печка. Кабель идет, кабель. Кабель идет туда. Смотрите. Это то, что мы открыли дверь. А, кабель идет сюда. Здесь какие-то тоже экраны, которые пока не активны. Скорее всего, это экраны. Так, вот еще у нас очередная порция головоломок. Два входа и два выхода. Ну, давайте попробуем. Открыли. Такая музыка, знаете. То есть, они повторяют с двух сторон. И пикает. Так, здесь 4 у нас головоломки, ребята. Мы прямо не можем пройти. Мы можем пройти сюда, мы можем так. Я веду по одной, но смотрю на другую. Так. А почему идет у нас только 2? Так мы не пройдем. Так, нам нужно так. Здесь нам нужно туда, но мы не можем. Мы можем вот так. Так. И чего? А ты почему не включился? То есть мы типа разгадали сложнейшую головоломку, чтобы просто порыбачить, полюбоваться видом. Я хочу прыгнуть в воду, мне не дают. Так, а смотрите, кабель активен. Кабель активен. Типа, во, есть головоломка активная. Давайте. Мать твою, вот так вот. Так. Прямо мы не можем. Мы можем вот так. Нет, мы не можем вот так. Мы можем вот так. Мы можем вот так. Это все легко. У нас должен был появиться... Да, новая головоломка. Ребята, я хочу, чтобы эта головоломка была последняя в серии. Так, игра меня... Ну, не затягивает, ребята. Может быть, кого-то она и затянет.
А если мы пойдем вот так вот? Если мы пойдем вот так вот так, мы встречаемся, мы не можем пройти. То есть мы должны все-таки идти. Упираемся, сука. И там мы упираемся. Если мы пойдем вот так вот, мы опять упремся. Если мы пойдем вот так, мы опять упремся. Бля, муха. Это сложная игра. Тут мы упираемся, тут мы упираемся. И там мы упираемся, блядь. В какую головоломку нам нужно попасть, откуда? Я не могу. Я просто не могу. Тут мы не можем. Короче, нас отправить. Хотел я закончить игру, но я хочу хотя бы выйти из этого рыбацкого домика. Так, смотрите, здесь мы еще не ходили. Обалденно. На 4К, наверное, смотрится вообще шикарно. Так. Только не говоришь, я не могу зайти в этот розовый лес. Могу. Я чувствую себя в раю. Так. Тут какая-то тропинка, там какая-то головоломка, которая, скорее всего, активная. И чего? Смотрите, у нас есть расхождение. Неправильно. Неправильный ход. Неправильный ход. Неправильный ход. Да, сучка какая. И скажите мне правила игры. Что мы должны сделать здесь? А видно, что здесь одной письки не хватает. Но мы не можем сюда пойти. Здесь тоже чем-то напоминает дерево. Не могу. Не могу. А тут растет яблочко. Может, это подсказка? Может быть, надо как-то... Смотрите. Ветки. То есть нам нужно... левую. Где ты? А, вот смотрите, дерево. Дерево, да. Вот оно, дерево. И нам нужно... По идее, нам нужно вот сюда. Да! Вот сейчас вот подсказку я вижу. То есть, скорее всего, в игре везде есть подсказки. То есть, нужно обращать внимание на окружающую среду. То есть, мы увидели яблоко на дереве. И на схеме, похожей на дерево, мы нашли нужную ветку. Здесь то же самое. То есть, вот дерево. Левый ствол. То есть, по идее, что? Активировали мы розовый кабель. Ну, здесь, в принципе, идею я понял. Ну что ж, ребятки, вот такая вот игра The Witness. Ваши предложения по прохождению. Будем ли мы дальше ломать голову или забросим эту игру? Решать вам. Также жду от вас вариантов прохождения тех головоломок, которые я не прошел. Ну а на этом все. С вами был Висконти. Всем пока.